Управление Федеральной службы судебных приставов пополнилось кадрами. В канун Дня Победы новобранцы дали клятву соблюдать Конституцию и другие законы Российской Федерации. В жизни новобранцев сегодня особый день. Присяга – это важное событие в жизни тех, кто решил служить закону. Я, вступая в должность судебного пристава, клянусь при осуществлении своих полномочий соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, честно и добросовестно исполнять обязанности судебного пристава. Поздравляю молодых коллег, главный судебный пристав республики пожелал им здоровья, отличной работы и материального благополучия. Пользуясь случаем, хочу добавить, что на последней коллегии директором было обозначено, что получено уже непосредственно указание Медведева, премьер-министра, на разработку до конца года положения о повышении денежного содержания судебного пристава. Сегодня в управлении работает более 900 сотрудников, и в этой системе работают ответственные неравнодушные люди. Особое пожелание со стороны руководства – не вступать в сделку с совестью и не нарушать закон, быть объективными и честными. Дани Фатагирова, Республика.